Привет всем, с вами Максон, и это обзор или, в общем, видос на FIFA 13 демку. Этих обзоров уже куча на YouTube, куча, в общем, в интернете, хоть где, но, не знаю, попросили меня записать, я запишу. Я записывал раньше с компа, ну, как бы, до вчера, короче, записывал, но нифига не получилось, и у меня мало места, как бы, на компе, поэтому еще я не могу записывать какие-то крупные обзоры. В общем, сейчас я записываю с PlayStation, я все переустанавливал у себя в компьютере, и, в общем, много чего поменялось, даже тюнер пришлось долго настраивать, не знаю, как будет с этим видео, как с качеством, должно быть все нормально. Короче, здесь всякие нововведения, интеллектуальная атака, искусственный дриблинг, тактические штрафные, но не будем вдаваться в эти вот всякие тексты, а проще я поиграю. Может быть, кто-то еще и не видел никаких обзоров и хочет посмотреть. В целом скажу, что понравилась демка, но вот сейчас я буду чисто первый раз играть с PlayStation. Вообще, я играл на компьютере, но очень долго я мучился с компом, потому что управление там невозможно настроить на стрелочки, и, в общем, по крайней мере, у меня так. И я долго мучился, пришлось играть через джойстик от PlayStation на компьютере. В общем, я буду играть сейчас за Ювентус против Милана, давайте поиграю. Возьмем белую форму Милану. Настройки контроллера сразу заходим для того, чтобы отключить тактическую защиту. Кто знает, что такое, тот поймет. В общем, кто не знает, скажу, что тактическая защита — это не та, что обычно была в FIFA, если вы хотя бы играли в предыдущей части. А это, в общем, иная система, которая не позволяет вам набегать сразу на соперников тупо, в общем, как-то вот. Я отнимаю у них мяч, как-то тактически все-таки подразумевает тактику, то есть более тактично ваши защитники, допустим, атакуют нападающих. Ну, в общем, ладно. Это еще было 12-й FIFA, и поэтому нечего об этом говорить. Состав, я даже не знаю, что тут поменять. Ну, давайте посмотрим. Вот Пепе хочется поставить. Пепе, давайте вместо Замоа. Квагиареллы обычно я ставил вроде как. Матри, ну ладно, не буду ничего менять. Не особо я шарю в составе Ювентуса, поэтому не буду ничего менять. 3 минуты всего лишь тайм. Уровень сложности пускай мировой класс. Легендарный, но меня, наверное, порвут на легендарном. Поставим мировой класс и поставим, давайте, времени суток. Где-нибудь вечер. Давайте вот 22:00 и погоду, ну, снег, что ли. Посмотрим, что там со снегом. Скорость игры нормальная. В общем, я думаю, пора выходить на поле. И сразу же нововведение, о котором говорилось заранее. Показывались всякие ролики на YouTube и прочее. В общем, это такие вот мини-игры, что ли, на арене. Если вы раньше просто били поворотом там и делали все что угодно, здесь нужно выполнять мини-задания. Вот здесь нужно давать пасы. Так, мне непривычно немножечко, что я на PlayStation, а не на компьютере. Вот этой, блин, вот который сейчас мне нужно дать, это самая какая-то такая, блин, неудобная, что ли. Я и на компе мучился. Может быть, я нуб. Вот, наконец-то получилось отдать пас. Идет у нас время, есть ограниченное количество попыток. Блин, вот когда не надо, попадай. Ну что? Вот, отлично. Вот, отдали пас. У нас есть 7 попыток и 3 мишени. Ну, ближние это очень, да. Нет, 4 даже мишени. Ее сказать очень просто, но не получилось отдать. Вот сейчас получилось. Опять не туда. Ну, мне еще неудобно на самом стике, то есть не на стрелочках я сейчас управляю, а на стике. Я нуб, так что не обращайте внимания. И мне не нравится выполнять это задание. Короче, ладно, пропустим. Не знаю вообще, что дают эти очки, но, видимо, показывают ваш скилл и прочее. Еще я заметил, что в игре можно менять песни в меню. И вот эта вот эпическая заставочка вот мне очень нравится. С эпичной музыкой, вернее, заставочка. Отлично, Милан и Ювентус. Вот видите, снег у нас идет. Это прикольная тоже заставочка, такая анимация.
футболисты уходят из-под трибунного помещения. И там, кстати, если прислушаться, слышно шлепание бутс по покрытию вот этого помещения. Чувачки с камерами, фотографы, бригада судей, стюарты, болельщики, все как нужно. Кто-то говорил, что нужно обратить внимание на газон, но я вообще на него не смотрю, и он такой же вроде бы как и был, такие же и болельщики. Но хотя говорили, будут какие-то новые анимации, не знаю. Вот у нас все футболисты здороваются, приветствуют друг друга, все как всегда. Вот нам показывают судейскую бригаду. Уже хлопают. Капитаны, два вратаря, Буффон и Абьяти. Ну, крутень, что тут сказать. Только еще вымпелы поменяться им нужно. Вот состав сразу с запасными игроками. И мне нравится, что картинки заменены фотографиями футболистов. Это очень прикольно. Мне всегда нравилось это, когда были фотографии еще и со времен 2007 FIFA, когда была русская версия, типа патченая обычно, вроде патчили, и там были фотографии русских футболистов. Ну, российской премьер-лиги, ну, конечно, не все, некоторые были нарисованы. Ну да ладно, вот нам представили состав, я думаю, можно начинать. Сразу нововведение, о котором хочется поговорить, это первое касание. Конечно же, все вы о нем наслышаны, если вы являетесь, конечно же, фаном FIFA или что-то типа того. В общем, первое касание – это прием мяча при том моменте, когда вам дают мяч. То есть, если вам дают мяч сильно, или вы даете своему партнеру сильно очень мячик, то он не сможет его принять очень плотно, в общем, и я пропускаю. Короче, мяч не будет прилипать к вашим ногам, он будет отскакивать, если вы даете сильно пас. Это вот такое вот нововведение. Мне сначала, когда я начал играть на компе, показалось оно слишком каким-то переусердственным. То есть практически от всех отскакивал мяч. Ну, смотрите, гол неплохой от Пата. Ну, я опять повторюсь, что совсем никак не могу играть на этом вот самом стике. Так, Ликштайнер. Неудобнее играть на стрелочках, в уши, ничьи пас в никуда. Да что... Так, погодите, я поменяю управление. Так, отлично, все поменял, и можем продолжить играть, может быть, будет все получше. Так, Ювентус опять... А нет, Милан вновь в атаке, и... Ух, отличный сейв Буффона, ну, даже не сейф, а, в общем, отбил красиво Буффон. И вратари тащат, это уже мне доставляет. Это, я как бы в 12-ю мало играл, поэтому для меня многие введения в 13-й будут казаться новыми. Ну, может быть, не многие, конечно же, но я ознакомлен с 12-й, но больше всего я играл в 11-ю на компьютере, в общем. Но 13-ю лицензии FIFA на компьютер я точно буду брать, это даже не обсуждается. Вот возможность у меня сейчас будет забить, нет, далеко я отпустил от себя мяч, и что угловой, нет, отворот, Абьяти будет выбивать мяч из своей вратарской зоны. Вот, вы видели первое касание, ну не особо это такой яркий пример. Так, в подкате выбиваем мяч, вот смотрите, Бонуччи, отдаем пас. Ну, здесь нет. Здесь нужно вот что-нибудь типа вот такого придумать. Вот видите, мяч не сразу прилип к ноге, а немножечко подпрыгнул, так и пришлось грудью подработать. Мне вот опять, ух ты, столкновение. Кстати, с этими столкновениями, я когда вчера играл на компьютере, опять-таки, в 13-ю FIFA, у меня был один момент, когда я бил штрафной, и соперники боролись, ну, в общем... Мой игрок и игрок соперника боролись штрафной, и соперник упал. Как-то я не помню, почему он упал, он запнулся, видимо. Но я так и не понял, это был глюк или так было задумано. То есть, как бы, задел и споткнулся. Но там, как бы, такого касания особого не было. Поэтому мне казалось, что это больше как-то под глюк было сделано. Ну, не знаю, слишком скрытый глюк. И трудно отличить его от реальности. И вот меня забивает второй гол. Пока я базарил, делает это Робиньо. Но что-то действительно
пусть даже я и переключил на стрелки, я как-то, блин, по сравнению с компьютером, здесь что-то мне непривычно. Ну, мне никогда не особо вкатывало играть именно на приставке. Больше я заточен под компьютер, так что ли, скажем. Я играю в FIFA. Поэтому, если вы хотите поиграть со мной в FIFA, то в группе мы обязательно устроим турнир по 13-й FIFA. Я говорил это давно еще, но точно вот сейчас могу сказать в видео, что турнир у нас будет, хоть и группа о рестлинге, но все-таки такой какой-нибудь мини-турнир мы будем вести отдельный в отдельной теме. И, в общем, будет интересно. Так что, ну, я, конечно же, не говорю, берите скорее FIFA, будем играть. Кому хочется, берите, устроим турнир, если соберется народ. В общем, 2-0, перерыв. Я проигрываю, хотя я рассчитывал, что будет полегче. Вот повтор гола первого. Вот так вот Буффон не успел среагировать, он как-то быстро встал. А вот сейв Буффона, когда он вытащил рукой этот мяч. Ну, в общем, ладно. Так, 50 на 50. Владение мячом. Пропустим. Поехали. Я развожу. Напомню, я играю за Ювентус. Простите, фанаты Ювентуса, я не хотел проигрывать. Я хотел просто показать что-нибудь крутое. Но что-то, блин, пока забить не могу. Кстати, вот подкаты. Хочется сказать о вот этой системе. Как вы знаете, в 12-й было очень много глюков со столкновениями. Хотя это было типа нововведение. Я надеюсь, здесь не будет нововведений в 13-й FIFA, о, в смысле глюков, из-за нового нововведения. С первым пасом, естественно. В общем, о чем я хотел сказать, это о столкновении. Был момент, когда я решил сознательно сделать подкат и посмотреть, как же будет сделана анимация там или что-то типа падения соперником. И я удивился, когда, сделав подкат, я подкосил соперника очень так хорошо, и он упал на плечо. А затем уже следующая заставочка была показана так, что этот соперник, которому я сделал подкат, лежит и, получив травму, держится за плечо. То есть он получил травму плеча, упав после подката. Вот это мне понравилось очень. Так, сейчас заброс не прошел, но будет угловой. То есть был как бы плюсик отмечен, что игрок травмирован, и он лежал и держался именно за то плечо, на которое упал, то есть не за другое. А, в общем, все хорошо. И это, учитывая то, что всего лишь это демо FIFA. Как бы положительный такой моментик. Минусов, я не знаю, не сказал бы, что я прям замечаю какие-то минусы и могу о них сказать. Мне все нравится. Я доволен от игры в демо и даже как-то больше, чем от 12-й. Когда играл в демку. Ну, может быть, в 12-м мне не понравилось то, что я не врубался, точнее, не знал сначала, что можно отключать тактическую защиту. Ведь я привык играть на стандартной. Так, кто мне поможет-то? Вот там вроде тот стоит, да. Марчисио. Пас на Пепа не проходит, но что-то я совсем нуб. Вообще, очень часто у меня пенальти серии бывают, но это на компьютере, опять-таки. Сейчас я играю на PlayStation 3. Отлично. Выбиваем мяч. Ну, выцарапываем, даже сказать. Нужно... Что-то я побежал в защите. Маркизио. Марчизио, кому как... Удобнее Вучинич. Вижу, вижу, отличное забегание. Пепе. Вот видели вы первое касание. И сразу я попытался ударить, так как мячик был немножечко в воздухе. Но слету не получилось. Объятие выводит мяч в игру. Так, Бануччи выигрывает борьбу. Но на подборе футболисты Милана. Ух ты. Ну, лучше, да, вынести мячик. Греха подальше. Так же, как и говорилось в видео с первым касанием. То есть, оно может сыграть вам как в пользу, так и в ущерб. То есть, в пользу может, конечно же... А, отлично, не удается пас. О, не удается удар. У кого там, у Робиньо, по-моему, или... Нет, это Буатен. Принц Буатен. В общем, первое касание. Вы можете быть... Вот, смотрите, замен, какая новая анимация. Вот, все-таки нужно договорить мысль. В общем, если вы будете, допустим, нападающим и примете мяч, ну, первым касанием, уводя немножечко его так, как бы, от защитников, то это может сыграть вам в плюс. А также может принести ущерб, если вы будете защитником, например, и будет подаваться какой-нибудь угловой, и мяч от вас просто отскочит вниз, а там будет нападающий на подборе. Вот это будет немножечко печально. Но все-таки нужно контролировать силу
пасы, и тогда у вас будет все нормально. Конечно же, если разработчики FIFA все это сделали хорошо. Попробуем. Нет, ударить даже не дают. Зря я, видимо, поставил сложность такую, как бы, большую. Все-таки не на компьютере играю, а здесь я никогда не отличался крутой игрой своей. Я имею в виду игрой на консоли в футбол. Что, очередная замена или что это нам показывают? Футболиста. Да, замена. Фламини вместо Буатенга. Кевин Принс Буатенг. И как его там зовут полностью. Ну, уже 90 минута. Попробуем. Нет, удар. Накладочка произошла и не удалось мне ударить. Сейчас я попробую сыграть второй матч. Уже 90 минут здесь, да, вот видите. Сделал сложность поменьше. Что-то я переборщил со сложностью. И жалко Буфона, потому что он проиграл из-за меня, из-за нуба. Ну, в общем, ладно. Пошли его, видимо, подбадривать футболисты. Вот опять повтор гола. Вот сейф Буфона. Ну, в общем, ладно. Вот видите фотографии с футболистами. И лучший у нас был Джан-Луиджи Буфон. У него больше всех рейтинг. Ну, это не помогло нам выиграть. Так, заходим в главное меню. И... Так, ну, выберем... Быстрый матч опять. Все это дело пропустим. Поиграю-ка я за, например, Манчестер Сити. Хотя... Давайте я возьму Арсенал и поиграю против Манчестера Сити. Здесь у нас есть Андрей Аршавин. Посмотрим, сколько у него скилла. По-моему, 82. Подольским. Аршавин, да, 82 у него скилла здесь. Поменяем Окслейда Чемберленда. Фабианский. Ну, я не, опять-таки не особо разбираюсь в тактиках клубов, за которые я не играю. Я обычно играю за... Играл в 11 за Интер и за Ливерпуль. А за кого я буду играть в 13 я понятия не имею. Попробую что-нибудь сделать с Ливерпулем, но за Интер я не знаю. Там уже половину ушли. Ну, посмотрим. Так, отключаем. А, стандартная защита у нас стоит. И нужно сделать в параметрах игры мировой класс. Поменяем на профессионала. Посмотрим, что я смогу сделать на профессионале. Давайте поставим дождик. На компе я бы никогда не согласился поставить дождь, потому что из-за него сплошные лаги. Ну, вот, кстати, новое задание нам предоставляет. Нужно попасть в бочку навесом. Это неплохое задание, оно мне нравилось. Я его выполнял хорошо. Ну, по крайней мере, опять-таки на компьютере, на PC. Точнее, на ПК. Попадем, не попадем. Нет, между бочек. Ну, здесь, если попасть в бочку, по-моему, дают что-то косарь или полтора, может быть, даже два. А если просто в зону с бочками... Во! Ага, даже 6 тысяч. Я что-то забыл, видимо, цифры. Даже 6 тысяч нам дали. И еще 6 тысяч. Итого у нас уже 13. И 4 попытки. В общем, если просто попасть в зону, то дают 500. Вот и еще 6 тысяч. Отлично. Как-то здесь полегче даже, чем на компьютере, если честно. Без проблем вообще. О, как я умею это. Даже и не знал, не предполагал бы никогда, что я смогу так запросто попасть в бочку. Да, это чудо просто, если вот в это вот. Отлично, 500 дали. Ну, и тем самым мы заработали бронзу. Круто. Давайте перейдем к матчу. Кстати, вот на этих тренировочках я на компьютере. Простите, что так много говорю на компьютере. Просто, ну, я больше под него заточен, как я уже говорил. В общем, там я играл даже больше, чем сам матч на вот этой вот арене, практикуясь, пытаясь попасть в бочку. Арсенал Манчестер Юнайтед и вновь эпическая музыка. Ну, выходы опять вот эти, но я думаю, в игре будут еще разнообразнее всякие вот такие выходы из-под трибунного помещения футболистов. Ну, посмотрим. Комментаторы, кстати, вот иностранные, вот эти английские, мне показалось, что они говорят новыми фразами, то есть которых я раньше не слышал, но я давно очень последний раз слышал английских комментаторов. Посмотрим, что будет с русскими. Ну, хочется надеяться, что будет что-то новое, но мне кажется, что будет все то же самое. Так, у меня форма потемнее, напомню, я играю за Арсенал.
Так. Харт тащит. И удар головой это шею, но он тоже спокойно забрал. Подкат. Отлично. Все-таки мяч у нас. Шейкинсон. Ай, далеко упустил. А вот и первое касание сработало. Далеко упустил мяч игрок Манчестер Сити. Так, Подольски. Попробуем ударить. Попадаем в своего. Выбивает мяч защитник Манчестер Сити. Вермалин. Так, пас на Жиру, и опять чистит зону защитники Манчестер Сити. Милнер смещен. Таларов забирает у него мяч Аршавин, но мяч опять теряет Аршавин. Жиру, Туре. Что-то пошла атака. Нет, не получается атаки Манчестер Сити. Подольский с мячом. На подборе Гибс. Так, Жервиньо. Жиру, Аршавин. Ну, Андрюха. Навес. Ай, навес. Чуть-чуть за спину получилось. Неудобно. Диаби в центре. Поле с мячом. Жиру. Где там у нас Андрюха? Аршавин. Аршавин в одиночку не получается. Нужно играть в пас. Так. Мерцезакер. Диаби. Артета. Так, пас на Аршавина. Жиру. Жервиньо. Жиру. Аршавин. Попробуем навесить. Не дают нам навесить. Так, сбрасывание. Опять Аршавин. Навес. Жиру. Харт. Стю Харт. Или как его там зовут. Простите, не шарю опять. Что-то я вообще нуб походу. В именах-то. Давненько не смотрел Англию. Так, Жиру. Вот мне нравится, когда вратари тащат, но мне не нравится, когда они тащат нереальное. И всегда хотелось в FIFA, чтобы... Так, заброс, заброс. Вермалин, спасай. Отлично. Дженкинсон. Мерцезакер. Так, договорить нужно опять свою мысль. Нравится, когда тащат вратари, в общем, но не нравится, когда они тащат нереальные. Но также не люблю, когда вратари пропускают бред, который, мне, на мой взгляд, можно было бы поймать. Но это может быть только в 11-й, вот эти вот крабы были и все такое. В 12-й вроде с вратарями получше, я думаю, и в 13-й. Но Харт вытащил очень хороший мяч, вот, нет, не здесь. Видимо, в следующем повторе, вот сейчас, вот здесь вот. Ну, это головой, там до этого был, по-моему, момент. Не, не будет. Так, 41 на 59 владение мячом. У нас все пока получше. Три удара и три в створ. Ну, все поймал Харт. И ноль ударов у Манчестер Сити. Отлично. Нет, не забирай мяч, кто-то там валяется. Кто-то из Манчестер Сити сидит на газоне. Но продолжают игру игроки Манчестера Сити и не хотят останавливать матч. Ну и ладно, мы тоже побежим. Подольски. Ну, одному здесь, мне кажется, не стоит мне бежать. Но пас я просто не видел. Кому можно было попробуем забросить. Так, Подольски. Жервиньо. Нет, не долетает мяч до нас. Ой-ой-ой, подкат практически мог завершиться опасностью. Но не завершился. Хорошо. Просто опасный. Ты подкатывался. Так, атака Манчестер Сити. Мне это не нравится. Что-то меня тут накручивают. Выносить. Нужно выносить. Выносить нужно. Так, Жиру. Можно сыграть, разыграть отличную контратаку, но заброс на Подольски как-то не очень получился. Дэвис. Ух ты, завалил меня, и ничего не было. Кстати, вот мне еще нравится иногда, что здесь
мелкие такие как бы нарушения есть. То есть если я бегу, меня иногда дергают как бы. Ну, если кто-то бежит рядом со мной, меня подергивают. И судья свистит, и вот такие мелкие нарушения мне нравятся. Так-так-так, кто-то забегает у нас, но пас не проходит, не пускает нас Каларов. Паршавин пытался передать. Мячик не получилось. Показывает нам Диаби, Балотелли выходит вместо Джеко. Интересно, а здесь будет поза Балотелли? Ну это ладно, неважно, Насри с мячом. Насри у мяча. Так, наш вратарь тащит. Я, к сожалению, не знаю, что это за вратарь такой у Арсенала. Так. Простите, Нуба, еще раз хочется извиниться за незнание, возможно, очевидного. Так, Артета. Заброс на Аршавина. Давай, Шава, доказывай. Навесим. Вот, видите, там поднял судья флажок, потому что Аршавина дергали. Я не знаю, за руку, либо за рубашку, но, ну, за майку, но все-таки хотели дать штрафной. Вот смотрите, кстати, рефери с табличкой. Когда такое было? Я не знаю, было ли в фейсе что-то типа того, я не могу сравнивать. Поэтому я сравню по FIFA больше всего по 11. Разница, конечно же, большая. Ну как большая? Ну, ощутимая. Как с 12 будет, я не знаю, поэтому простите. Но что вижу, что называю, в общем. Так, заброс на Подольский. Нет, Харт забирает мяч свои обладания. О, кстати, показывает руками, куда бежать. Вот это тоже, мне кажется, не было. Вот этого дела всего. Что-то еще там вратари могут, вроде ими как-то там вводиться, финтить можно. Даже с финтами я еще не разбирался. Я, как вы поняли уже, первый матч играю всего лишь, ну, второй на PlayStation 3. Так, все, закончился первый тайм. И будут ли здесь пенальти, как на компьютере? Но я уверен, что должны быть. За перерыв я ударил один раз и не в створ. А Манчестер Сити ударил два раза и один раз в створ. Так, да, продолжить матч есть, и у нас будет серия пенальти. Первый бью я, Жиру. Отлично, разводим карту по углам. Попробую я погадать, то есть после удара уже выбрать направление. Нет, не угадал. Так, конечно, если гадать, то вратарь как бы чуть-чуть, ну, не до конца прыгает, то есть менее в сторону улетает, но все-таки так можно вытащить. Так, Подольский теперь будет исполнять удар. Чуть-чуть я не попал. И Джо Харт, простите за Стю Харта. Джо Харт его зовут. Вытащил мяч. Так, Маном. Или как тебя там звать? Опять я не сумел угадать. Точнее, не угадать, а среагировать. Так вот, вернее, будет сказать. Жервиньо, ну, должен забить. Отлично. Харт стоял на месте. Сейчас я уже тогда попробую уже угадать, а не среагировать. В перекладину попадает Тевис и, возможно, дает мне шанс сравнять счет. Но он у нас уже равный. Карлос Тевис не попадает. Ну-ка, Андрей Аршавин. Все понятно. Выше ворот. Я не специально, я хотел забить. Так, теперь Насри у мяча. Звучит забавно, но Насри у мяча и гадаю. Не угадал. Насри забивает, и теперь решающий момент должен быть. Да, действительно. Если я забиваю, продолжается еще. У нас у меня затрясся джойстик. Диаби с мячом. На точке 11-метровый. И не забил. Как? Залетел же. Попал я в штангу, и ликуют игроки Манчестер Сити. Простите меня, фанаты Арсенала, я не хотел. Простите меня, нуба, не знающего фамилии. Простите меня, нуба, не умеющего играть на PlayStation. В общем, вот такой получился матч, но зато мы лицезрели серию пенальти. Вот опять фотографии футболистов. Здесь голы, автоголы, все дела. Сейв, два сейва у нашего вратаря. Мне звонит волшебный телефон. А я с вами на этом прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.